Ребята, всем привет! Из жаркого острова Ки-Вест мы перебрались в обалденный город под названием Сан-Франциско. А вот и наша машинка на ближайшие 2 дня. Сан-Франциско! Ю-ху! Здесь по городу повсюду самокаты, которые вы можете взять в аренду и покататься на них, как и везде, в Калифорнии. Трамвайчики тоже ходят. Посмотрите, какой прикольный отель, в котором мы заселились. Здесь прям в отеле контейнера железные. Такой современный очень. Смотрите, какой у нас вид с балкона, прям на пирс 39. И мы сейчас переоденемся и пойдем гулять. Правда, очень холодно. Невероятно холодно, как будто зима. О, и здесь как раз выходит вид на наш дворик, милый. Дворик отеля. Здесь так интересно, просто глаз не оторвать. А еще мы в номере можем поиграть в дартс. Look. Итак, мы остановились в отеле вот здесь. Вот он, пирс 39. Вот она, тюрьма Алькатрас, популярная. Вот ради кого приезжают туристы на пирс 39. Это морские львы или морские котики, чтобы посмотреть на них, поглазеть. Они тут спят, отдыхают. Очень милые. Просто невероятно милые существа. Like you. Здесь же есть маленький базарчик, маркет с овощами и фруктами. Это просто невероятно. Что это? Быть в Сан-Франциско и не попробовать краба невозможно. Свежак. Вот это. Все вот здесь, то, что продают в ресторане, это ловят в океане. В общем, вкуснятина. Я не знаю, как я буду это есть. Руками. Смотрите, какой наклон, вообще прикольно. Я в фильмах видела такое. Вы видели такую улицу в кино? Я видела. Вот как парковаться здесь? И страшно. I'm scared. How they parking? Wow. It's not believable. Я бы не смогла точно здесь припарковаться. Вот 100%. Посмотрите назад. Я не знаю, что там ждет нас впереди, но мне уже страшно. Мне уже невыносимо страшно. Фотографируется, посмотрите. Wonderful US, у нас вот оказывается крыша снимается, кабриолетик. Я встала прям, потому что здесь потрясающий вид, посмотрите. Боже, ребята, такая красота. Пуля.
Еще посмотрите, как еще прикольно с этой стороны снизу вверх смотреть. О, здесь прям машины вот так змейкой спускаются, цветы, дома. Ой, как красиво. Мы как раз сейчас вот в этом дорогущем районе, где вот посмотрите, я открыла приложение Zillow, и показано, что вот квартиры по 9 тысяч долларов в месяц, по 8, по 7, по 6. Если вы хотите купить 2 миллиона долларов квартира, то есть это самый дорогой город в Америке, самый дорогой город для жизни. Мы пообедали, направляемся делать фотографии, переоделись, соответственно, направляемся делать фотографии на мост красный, знаменитый. И по пути встретили вот что-то просто потрясающее, невероятное. Посмотрите. Посмотрите, это визитная карточка города Сан-Франциско. Golden Gate Bridge. Почему он, конечно же, не golden, он красного цвета, очень красивый мост. А еще очень красиво, когда туман над мостом. То есть люди приезжают специально рано утром, чтобы посмотреть, поснимать этот мост в тумане. Либо в какую-то определенную погоду, в зимнее время. Очень красивый, в общем, мост. Здесь из-за воды выныривают морские львы. Природа потрясающая, очень свежо. И, конечно же, с обратной стороны здесь виднеется тюрьма Алькатрас. Вот. И вообще вы можете с разных сторон здесь фотографироваться. И всегда получатся красивые фотографии, интересные. Все будут знать, где же вы фотографировались. Это... день мы здесь наблюдаем туман по вечерам, спускается прям с гор и на мост находит. Смотрите, верхушка моста в тумане, очень красиво, и он будет опускаться постепенно. Итак, мы приехали в какое-то очень американское место, которое функционирует с 1947 года. Здесь завтраки, ланчи и ужины. Смотрите, мы сели за бар. Здесь есть вот такой аппаратик с песенками. Мы заказали авокадо тост. Это у нас говядина. В общем, тут такой огромный сэндвич. И у нас вот тут еще вот такой супчик. Ребята, сбылась моя мечта. Мы сейчас летим на вот таком seaplane, рассматривать Сан-Франциско сверху. Наша ошибка, опять же, в следующем заключилась в том, что мы не забронировали вертолет заранее. Мы хотели лететь на вертолете, но мы не смогли полететь, потому что нужно заранее бронировать, а все. Вот такие вот цены на покатушечки. Минимум 2 пассажира. We'll be right back.
наш полет длился 30 минут примерно или 45. Я так и не поняла, потому что было настолько невероятно, настолько потрясающе. Я видела весь Сан-Франциско с высоты птичьего полета еще и выше. И абсолютно все, абсолютно. Мосты, острова, тюрьму, природу, архитектуру. Как бы, ну, не совсем прям близко можно разглядеть, но основные достопримечательности мы увидели. И это было потрясающе. Обязательно рекомендую, если вы отправляетесь на экскурсии куда-то в большие города, в такие вот типа там Нью-Йорк или Сан-Франциско, Майами, обязательно возьмите экскурсию на вертолете или в каком-нибудь маленьком самолетике, чтобы рассмотреть город с высоты птичьего полета. Я до сих пор очень хочу вернуться в Лас-Вегас для того, чтобы посетить каньоны на вертолете, посмотреть каньоны именно с высоты, с неба, в общем. Это так интересно, так прикольно. Я очень довольна. Это было не слишком много, не слишком мало. 30 минут вполне достаточно. Меня уже даже под конец немного укачало, потому что он постоянно планировал. Но я осталась в восторге. Видео великолепно. Фотографии красивые.